Так что же для United Genetic? United Genetic — это томат Унароса, который вы тоже знаете. Это старый томат, который мы давно продаем с 2008 года. Мы зашли с этим томатом, который до сих пор, скажем так, держится, он никуда не уходит, держится на плаву. Имеет вес приблизительно около 60-70 грамм, очень хорошая у него завязываемость, высокая урожайность, отличная лёжкость поливаем. В этом году у труд Петренко Андрей получил урожайность за 100 тонн гектара для томата. Для этого года это, в принципе, очень-очень неплохо. Я не помню, 103 или 105, он говорил, мне получил. Вот. Это раньше, чем Хайнц, у него Хайнц был и наш United Genetic. Нашим он начал, Хайнцем закончил. Практически, говорит, урожайность была одинакова, но для конвейера, говорит, отлично, мы раньше начали его убирать. Хорошая завязываемость при высоких температурах, это очень немаловажно, потому что тогда мы имеем хорошую урожайность. Ну и, в принципе, ярко-красный, насыщенный, хороший цвет. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.